Друзья, привет! Сегодня будем лифтовать заднюю часть автомобиля. Мне пришли пружины плюс 50, сейчас вам покажу. Так как мы, у меня стоят родные пружины, но ставили туда резиновые проставки плюс 50, но это не помогло. И резиночку. И давайте померим с пружинами, которые нам пришли. Ну да, вот поставили. Ну, то есть, получается, родные пружины с резинкой плюс 50 и просто пружины. Новые плюс 50. И все равно они выше. Тогда что, вот эту штучку поставим, да? Ну-ка. Что-то у нас все одно и то же получилось. Да? Непонятненько. Убрали мы резиновые. И получается у нас вот плюс 50, если сравнивать вот эти пружины, то как раз вот так вот где-то плюс 50 они, да? Ну, примерно так и есть. Только эти пружины новые, именно идут не на Шевик, а на 30, ну, на Ниву. Замеряем толщину. 13. Здесь. 14. Ну да, потолще. Миллиметр на каждый виток. Так как мы делаем лифт, устанавливаем, то есть пружины получается у нас плюс 50. И для того, чтобы амортизаторы не менять, есть такие кронштейны, которые ставятся взамен родных, и получается он намного выше. То есть амортизатор тем самым мы поднимаем. И ход амортизатора как, ну, в принципе, на родном автомобиле получается. Вот такие вот кронштейны также можно приобрести в этом магазине, полный привод. Вот, я у них покупал вот эту штангу, а амортизаторы у них же покупал. Здесь у меня Монро стоят газомасла. Ну вот как это выглядит, вот смотрите, установили уже. И то есть амортизатор у нас с родным бы, он был бы ниже, а с этими кронштейнами он получается выше. Так, ребят, хочу напомнить вам, есть у меня телеграм-канал, туда я выкладываю видео, которые, ну, большую часть, например, вот сейчас делаю, я это выкладываю в телеграм-канал. Потому что основное видео, которое выходит на YouTube, это происходит все позже. То есть какую-то оперативную информацию можно узнать на моем телеграм-канале. Называется также Нива 007. Также подпишитесь на мой YouTube канал Нива 007. В ВК тоже веду. Вот. Сейчас мы что, все в принципе ставим на место. И посмотрим, как у нас зад поднимется или нет. Поставили пружины, поставили кронштейны. Теперь тягой по нары будем регулировать отношение моста к кузову. Сейчас опустим и отрегулируем. Регулировать будем примерно. То есть в кузово упираем монтажку. Здесь по краю шины вот так вот берем и идем на ту сторону. Фиксируем. Здесь тоже точку упираем. И получается, что кузов нам нужно еще подвинуть. Вот показываю наглядно, чтобы вы видели, в чем разница кронштейна. Вот этот кронштейн идет под лифт, это амортизатор сюда вставляется. Вот смотрите, заводской, он длиннее, то есть у него ниже получается. Вот этот вот, сейчас вот так, вот, это под лифт. То есть он выше амортизатора. Получается, короче, сюда вставляется. А здесь, получается, амортизатор длиннее. Если делать лифт и оставлять кронштейн заводской, тогда надо будет увеличивать сам амортизатор. Или поменять кронштейн. Сейчас нахожусь в магазин полный привод. Вот так вот вам покажу полный привод. Вот их телефоны, где находятся. Это Автоград. Вот их магазин. Снимаю изнутри. То есть запчасти можно купить на газ, на Ниву, лифт, всякие прокладки у них, пружины и масло. Все можете приехать и приобрести в этом магазине. И где я сейчас ремонтировался, также у них есть свой автосервис, где можно сразу купить, установить. Правильно, Аркаш? Да, сразу все по месту. Выехал с сервиса, покатался немножко по городу, чтобы пружины немножко просели. Внешний вид сейчас вот так вот выглядит, то есть лифт переда и лифт зада, то есть кузову сейчас равномерно. Раньше перед был выше,
задняя часть была у меня ниже. Пробовали мы на заводские пружины поставить проставку 50 сантиметров, не помогло. Помогло только когда я заказал пружины плюс 50 и проставка 30 сантиметров. Только тогда вот у нас более-менее кузов выровнялся. Автомобиль стал выше, однозначно интереснее. По городу езжу, вроде бы как бы никуда не кидает. Амортизаторы новые я, то есть увеличенные, не ставил, так как мы установили кронштейн крепления амортизаторов для лифта. То есть, ну я уже вы показывал до этого, вы поняли. Кронштейн дает возможность не менять амортизаторы. Вот. Машина мне нравится, стала выше. Пороги установлю. Будет вообще красотка. Вот такие дела. Ладно, подписывайтесь, не забывайте переходить на мой YouTube канал, в Telegram Niva 007. Читайте новости. Вот. Жду вас в комментариях.